Приветствую вас, ребята, на канале Роли Гейм Онлайн. С вами Росси, и мы продолжаем после долгого перерыва играть в Imperial Glory. Это модификация Арабский Шторм за Египет на высоком уровне сложности. И мы продолжаем захватывать мир после прошлых наших видео, где мы активно подавляли восстание в Триполи, в Османской империи. Будем сейчас продолжать восстанавливать наши войска и двигаться в сторону Австрии, которая, в принципе, я думаю, уже очень скоро объявит нам войну. Но мы постараемся быть к этому готовы. Ребята, если вы смотрите это видео и еще не подписались на канал, пожалуйста, обязательно это сделайте. Помогите достигнуть цели в 1000 подписчиков. Надо, я так просто подумал, надо ставить какую-то цель и стараться к ней идти. Оставляйте обязательно комментарий. Я понимаю, что очень много... Большинство людей, подписанных на канал, они здесь, потому что именно из-за Imperial Glory, скажем так. То есть остальные игры им постольку-постольку. Поэтому продолжаем наши разборки. Так, освежим память. Что тут у нас? Тунис. У нас вроде с ними нормальные отношения. В Марокко наши войска немножко подбиты, но... После той битвы я вроде заказал. Да, тут у нас уже рекрутинг идет. Здесь у нас наши бойцы, молодцы, сидят. Так. Полковник 4 отрядами, к примеру. Раз, два. Биты, блядь, все биты, перебиты. Можно тут тоже кого-то. А, у нас тут уже рекрутируется. Какой молодец. В прошлом видео все пораставлял. Так, фрегаты у нас тут ожидают. Шлюп Туниса что-то здесь у нас делает. В нашей внутренней море. Ну, ничего, пускай будет. Так, так, так. Здесь у нас порядок. И тоже рекрутируем. Так, а кого мы здесь рекрутируем? Пока только наездников на верблюдах. Ну, вы же понимаете, что это не самый лучший вариант. Давайте еще возьмем себе немножко пехоты и артиллерии. Все, ожидаем, завершаем ход. Я для удобства постараюсь теперь видео разделять на таймлайны. Если я правильно называю, то есть, соответственно, мы будем, я буду отмечать, где тактическая карта, общая карта, точнее, и где будут конкретные бои, для того, чтобы для удобства вам было удобней смотреть конкретно интересующую вас часть прохождения, то есть, или бои, соответственно, или тактические решения, которые я пытаюсь принимать. Польша попыталась напасть на Россию. Как я понял, у них не получилось. И теперь почему-то Австрия пошла на Россию. Я не знаю, это ли на условиях договора. Нет, нет. Австрия захватила. Так, рекрутские наборы исследовано. Что у нас она давала? Увеличивать прирост доступных новобранцев на 100%. Понятно. Увеличивать скорость исследования на 100%. Требуются специальные школы. Давайте, да, пойдем в исследование. Мы пока завершаем ход. Дальше продолжаем. К сожалению, вряд ли, наверное, получится поглотить Испанию. Мир на этой. Никогда у меня это не получалось. Но было бы неплохо. Был бы такой нехеровый плацдарм. Австрия отвела свой флот. В результате военного вторжения государства Тунис и наши приготовленные к мирному государству Ломбардии пошли прахом. После периода оккупации провинция Ломбардия склонила голову перед мощью империи Тунис. Тунис выполняет миссию Симон Боливар. Вознаграждение все отряды базовой пехоты этой империи повышены в статусе. Тунис выполняет миссию Амьенское соглашение. Вознаграждение во всех столичных городах этой империи построены улучшенные военные академии. Объект начальной школы построен в городе Марокко.
Что ж ты, Ломбардия, так меня подвела. Так, а ты кто? А, Таямба, это мое. Ха, да, это мое? Или нет, не мое? Нет, это мое. Вот это... Нет, это не мое. Что-то я путаю. Хорошо, чье это тогда? Давайте так смотреть. А, так, объявление войны. Мирный договор. Понятно. Оборонительный союз. Понятно. Коалиция. Австрия, Тунис, Испания. Что тут еще есть? Брак у меня, кстати, недоступен. Брак. Коалиция. Испания против. Я не хочу ни с кем. И оборонительный союз с Испанией я не могу. Почему-то объявление войны. Улучшить отношения. Я бы улучшил отношения с Испанией. К примеру, подарил бы им 10 тысяч золота. Все, ну, конечно, улучшилось. 98. Может, получится все-таки. Еще, к примеру, вкинуть туда десяточку. Даже тренажку я готов бы туда вкинуть. О, Марокко. Опять восстание. Опять сейчас буду подавлять. Ой, так, господин, на одной из наших новых территорий было поднято восстание. Мы подозреваем, что за этим стоит другая держава. Но поскольку мы еще не озабочены заданием Бюро полицейской разведки, мы не можем определить, какая именно. Понятно, да. Я понял, что у нас на трех территориях опять этот. Уведомление. После долгого периода плодотворного сотрудничества регион Испания стал частью нашей империи. В знак доброй воли наши новые подданные шлют вам золото, продовольствие, сырья, людей. Если у них бывшие какие-либо войска, они стали частью нашей армии и были приведены в ближайшие наши гарнизоны. Если у них не было свободного места, армии были расформированы. Все, поглотили мы Испанию мирным путем. Значит, у нас есть шанс здесь быстренько пополниться перед тем, как будет битва. Поэтому мы сделаем вот так. И вот так. Что тут у нас в Испании? Ну, кстати, войска здесь мое почтение. То есть нормально заряженные. Кроме вот этих пехотой. Так, тут мы сидим. Это тоже наше, да? Нет, это не наше. Вот это наше. Что тут можно поставить? Налоговая полиция обязательно. Да, но у нас недостаточно ресурсов. Третье, понятно. Строительный завод, глубокие шахты. Просадка у нас охренеть какая по еде. Так, ну что, здесь надо выводить. Надо выводить, надо бороться. К сожалению, я так подозреваю, что опять это видео у нас закончится на том, что мы опять будем подавлять восстание, и на этом как бы все. Укомплектованы тут что? Что? Везде, почти везде ополчение. Что здесь? И все? А, хотел сказать, и все? Нет, не все. Далеко не все. Ладно, ладно, ничего. Но ничего страшного, как бы небезызвестной песни было спето. Так, вроде мы везде готовы. Сейчас будем что-то думать. Ладно, я считаю, что мы готовы отражать. А, подождите, здесь тоже. А, это их территория, все, я извиняюсь. Поехали. Первый бой у нас происходит в Триполи. 540 против 236. Хочу командовать лично. Пока в этом видео у нас есть один большой плюс. Это то, что Испания стала наша. Эти пустыни наша. Эта пустыня. Как эти полицейские смеют отнимать ее у нас? Ребята, у меня просто дежавю. Пропускаем, короче, это ненужное.
заставку ненужную. Так, ну что, кто у нас там самый меткий, самый дальний стрелок? Сюда. Сюда. В принципе, у нас ничего не меняется. Пушки сюда. Старая заезженная тактика. Сразу раскидываем всех по флангам. Вот как-то так. И ждем. Единственное, что стрелкам надо сразу выбрать атака без команды. Стратегически важный объект захвачен. Да, понятное дело. Опять, возможно, они побегут через это озеро, там застрянут, и мы сможем нанести им какой-то урон. 85 метров дальность. Как у этих дальность? 60, ну то есть на 25 метров разница. Так, разворачиваем вашу богадельню. Не дадут нормально они развить мне мои войска, восстановиться. Возможно, я думаю, сейчас нужно будет пару армий перекинуть с Испании сюда для поддержания. И надо поставить военную полицию, чтобы узнать, кто это делает. Ну, скорее всего, это Австрия. Не знаю, это процентов 90, что это делает Австрия. Вот это арабская пехота. Возможно, может выловить ее вот этой конницей. Попробуем так сейчас сделать. Может получится выцепить. Она так отстает от всех. Блин, но могу потерять, потому что эти начнут по мне стрелять. Ну, короче, попробуем. Блин, поднимаюсь по холму, неудобно, но успею завязать бой до залпа. Должен успеть, да. Здесь успел. Ну, в общем, эту конницу мы потеряли. Попробуем вот так. Но мы всех и вырубили. Вырезали, точнее, всех стрелков. Короче, это у нас размен был. Так, эту мы оставим здесь. Эти уже и так подбитые. Пускай хоть кого-то порвут. Ну, тут, конечно, хуже результаты. Тут хуже результаты, но почти тоже срубили целый отряд. Два человека это. Дискотека, два человека, они ничего не сделают. Итого, минус две битых конницы наши. И минус почти два полноценных отряда. Здесь просто усеянное трупами поле брани.
А, смотрите, их два человека осталось. То есть я все-таки не всех. Два там, а не добитки. Че там, пушка? У тебя как дела вообще? Ты что-то вообще будешь делать в этой жизни? Давай там начинай там стрелять куда-то. Все ясно, пока можешь не стрелять. Не, ну так. Глупой, типа ты там что-то делаешь. Что-то как-то через раз работает ускорение времени, ребят, не знаю, с чем это связано, но... Так, ну что, они так уже прямо активненько побежали сначала. Может, туда будешь доставать. Ну, почти, да, почти скоро будешь, да. Есть попадание. Еще попадание. Хорошо. Залп первый пошел. Это точно. Вырываемся конницей. Хорошо. Хорошо, но не полностью. Не знаю, почему все не ворвались. Туда, наверное, стреляем. Так, эти забежали в бой, пошли. Не хочу стрелять пушкой по своим же, поэтому будем отрабатывать по дальним. А этих бы, наверное, вы знаете, я бы, наверное, даже был в ближний бой. Чтобы они попытались довязать с пушками. Но пушки все опять, короче, пушки потеряли. У нас ничего не меняется. Хотя, в принципе, да, стреляйте по ним. Так, что там, как дела у конницы? Восемь против 27. Пока нормально. Так, ладно. Нету смысла. Стреляйте сюда. А вы туда. Одна пушка живая осталась. Эти уже раздуплились. Ребята, ну выстрелите вот так вот. Дурачков. Ну, вы знаете, еще и конница моя тут ни хреново выживает. Ну, как-то так. Победа. Как-то так. Попасть в засаду. Нет, не буду никого преследовать. Сейчас загрузится нормальный отчет. Значит, 101 потеряли, 540 уничтожили. Что сделать? Казнить? Казнить. Мне все равно. Я... Все, мы никого не будем щадить, мы теперь всех будем просто казнить. Так, теперь у нас бой за Марокко. 540 на 480, если я не ошибаюсь, что-то я не гляну. Но я думаю, тоже будет легкая победа относительно. Итак, враг пытается вырвать эту территорию из наших рук. Мы никогда не склонимся перед захватчиками, это точно. На поле боя мы можем использовать несколько выгодных позиций. Одна из них деревня. Здесь нам будет проще отбить атаку противника. Хорошо, я рад. И наши первые цели в этой битве — это руины. Мы должны удержать их любой ценой. Хорошо. Так.
Я хотел бы их ближе разместить, но не могу. Поэтому начинаем сражение. Занимаем руины здесь. А лагерь тут нельзя занимать. Да, жалко, жалко, жалко. Вот этих недобитков. Поставим где-то вот тут. Пушку поставим тоже где-то здесь. Выставим, наверное, вот здесь будем, короче, основную вообще битву принимать. Построимся в каре. Помимо каре вот этих вот сюда. Так, те уже шагают. Вот эту легкую кавалерию на вот этот фланг. Вот эту легкую кавалерию сюда. Все. Я считаю, все пределы. Все двигаются. Стратегически важный объект захвачен. Так, ребятки, вам всем сразу, если что, атаковать. Вы чуть ближе. Так, вы тоже линией. Надо занимать немножко возвышенность, чтобы у нас было преимущество в стрельбе. В принципе, зачем нам то каре, мы сейчас просто выставимся по этой линии и будем ожидать. Вот так. Вот здесь у нас прогавина остается, но ничего. Мы тут на нижних подступах поставим вот так. Если что, подстрахуем себя кавалерией. Так, наша та кавалерия на дальних рубежах. Все, они пошли в атаку. Возможно, даже пушки мы вот тут развернем. Так, одних мы на себя уже заагрили. Ой-ой-ой. Что-то там моих скосили быстро. Разворачиваемся, стреляем тоже, ребята. Не, ребята, так как вы стреляете, сворачивайте свою богадельню, бо это не серьезно. Так, опять. Случайно улетел. Так, готово у нас тут наши ребята. Ударим в спину. Вот эти стоят, загорают. Да, но какими потерями?
Все, пошли они врываться на пушки. Опять, короче, пушки мы упустили. Может, вот это еще успеет добежать. Смотрите, они тут еще что-то стреляют. Победа. Опять же, победа, ребята, но какой ценой? Не дают они мне выдохнуть. Это Австрия подло поступает. Настраивает против меня людей. Нет, не преследовать. Казнить. Мне все равно, что оно ухудшило отношения других стран. Они должны понимать, что любое восстание будет жестко пресекаться. Легкое сражение. Анатолия. Это последние мятежники на сегодня, я так думаю. Опять придется сейчас восстанавливать наши резервы. Все-таки перекинем сейчас пару войск в Испании. Эти самоуверенные выскочки вторглись в Анатолию, уверенные в собственной непобедимости. Сейчас мы им покажем, блядь, кто тут непобедимый. Нам предстоит схватка в горах. Для нас это большое преимущество, поскольку мы хорошо знаем эту местность. Конечно, знаю. Ладно, все, давайте пропускаем эту начальную хрень. Так, начать сражение. Ну что, здесь будем отыгрывать от дефа, опять же. Есть у нас пушки, не знаю, есть ли от них смысл. Нет, я извиняюсь. Вот так. Куда-то туда. Эти сюда. Эти вот сюда. Все, будем ждать. Так, сразу выставлю ребятам атака без приказа. Потянули наши бродяги, симпатяги, пушки. Тяжело, но с другой стороны, боевые действия дело нелегкое. Арабская. Пехота. Короче, на левом фланге получается у нас в основном стрелки. Мы как раз сейчас туда перекинем наших три отряда конных и постараемся разнести конницы их. Я даже думаю, всех туда можно не вести. Мы сейчас немножко их по-другому расставим. Вот так. Даже тут 4 отряда конницы получилось. Давайте легким темпом туда. Хотя вон у нас уже есть претенденты на пиздюлину. Вперед. Этот сюда куда-то на затравочку пошлем. Легким темпом опять же. Так, что там пушки? Пушки до позиции, я вижу, не дойдут. Развернем их здесь. Так, здесь дошли. И здесь зашли.
И тут сейчас выловим отстающий отряд. Так, что там, пушки дошли уже? Дошли. Разворачивайте свою богадельню и стреляйте, а ну-ка. Ай-яй-яй, почти, но ничего. Дальше это навала. Так, подможем сюда. А вы сюда. Ваши войска уничтожают противника. Ладно, пушку пока успокоим, пусть прекратит стрелять бы. Только нагнетает. Тут еще наши 7 бойцов до последнего рубятся. В принципе, много потери конницы, но я считаю, что очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Нет, не преследовать, но казнить. Сейчас закончится эта хрень, которая зависла. Что-то происходит, наверное, что-то очень интересное, но я не вижу. Итак. Итак. Вернемся к нашим баранам опять. 36. Какие выбитые все ребята, ребята. Это ужас. Так, что тут у нас? Конница, стрелки, стрелки, стрелки. Очень битые. Битая конница, стрелки. Так, наверное, давайте мне... Если я смогу, конечно, потому что ресурсов-то ограничено. Легкую кавалерию. Пехоту сюда тут подставим. Так, и я хотел, да, отсюда, к примеру, хотя бы вот этих ребят перекинуть. Хотя бы так. Мне надо кораблик. Шлюп, 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 шлюп. Шлюп. Так, ладно, будь там. Сюда. Вот так. Сюда наших перекинем. Так, там я поставил. Здесь что? Уже битый-битый. Отряды. У нас тут идут отряды наем. Здесь идет. Здесь я тоже поставил. Тут еще дофига. А тут еще по потерям, блять. Но тут, конечно, их порубало моих, пошмотало, особенно конницу. Ну, в основном, короче, вся потеря по коннице идет. Так, вот тут мы можем соединить. Не можем, потому что это разные, эти, понятно. Угу. Их тогда вот так сейчас там соединим. Вот так между собой. И вернем. Тут чего? 21, 19. Глаза долблюсь, какую-то хрень делаю непонятную. 60, 60, тут полная, тут тоже полная. Тогда вот так пока. Чё по отрядам?
Долго. Блять, сильно долго, да. Давайте что-то попроще. Два. Что-то попроще, потому что. По зданиям, что тут могу что-то строить? Пограничные посты, улучшенный цех, сталелитейный завод. Вот это нормальная тема. Можно, короче, херячить. Что у нас тут? Здание первая эра. О, тут вообще дофига всего можно строить, но нету у нас ресурсов. Так, 540, это тогда все, завершаем ход, и на этом, наверное, будем завершать наше прохождение на сегодня. Правда, закончим до конца ход. Но я думаю, опять же, через 2-3 хода опять будет восстание. Не дадут они нам полностью восстановиться. Поэтому в любом случае надо будет подтягивать резервы с Испании. В любом случае. Так, а что у нас вообще здесь? Так, о, ну тут франтьё, серьезно, такие ребята. Куча пушек, блядь, вот компьютер понастраивал. Куча пушек, куча гамна всякого. 540, не хватает. Нам, короче, может, с кем-то торганем, но это мы уже сделаем в следующей серии. Ребята, всем спасибо за просмотр. Опять же, повторюсь, если вы не подписались, обязательно подпишитесь. Оставьте свой комментарий. Было бы вообще классно, если бы вы еще поставили лайк или дизлайк, что, в принципе, тоже... влияет на статистику. Всем спасибо, до скорых встреч и пока-пока.